Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Зарплаты в Кировской области выросли на 7%. Это данные Кировстата за 9 месяцев 2020 года о номинальной начисленной зарплате в регионе. В месяц средняя цифра сейчас 31 760 рублей. Самый большой рост показывают доходы в медицине и социальной сфере. Они поднялись на 20%, превысив 35 тысяч рублей. На это повлияло введение доплат тем, кто работает с коронавирусом. Падение номинальных зарплат отмечено только в общепитии и гостиничном бизнесе на 0,2%. Там традиционно доходы небольшие, а в этом году сказалось и закрытие из-за пандемии. Программа «Экономика». ГДМС заплатит 50 миллионов рублей дивидендов. Компания уведомила об этом горадминистрацию. Рекордные дивиденды – это акционерное общество, собственником которого является город, уплатит в 2021 году. Для сравнения, за 2018 год ГДМС, который каждый год получает сотни миллионов рублей за ремонт и содержание дорог, заплатил 35 миллионов. Всего по итогам 2021 муниципальные предприятия перечислят в бюджет 156 миллионов рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. Помимо ГДМС, о выплатах уведомили как минимум Горэлектросеть и Центральный рынок. Экономика на 101 FM. ИП в Кировской области стало меньше на 4,5%. Количество их сократилось настолько за год. На 1 октября в области числится 31,5 тысяча индивидуальных предпринимателей. Треть занимается торговлей и ремонтом транспорта, около 5 тысяч перевозками и хранением, более 2,5 тысяч заняты на обрабатывающих производствах. Самое большое снижение численности ИП зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых на 14,5% и в страховой и финансовой деятельности на 12,5%. Экономика. В завершении о валютах на сегодня: доллар 75,45, курс евро 90 рублей 3 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.